Елка, сладости и подарки под ней. Лучший праздник – Новый год, особенно для ребенка. Продлить ощущение чуда просто, поможет Дед Мороз. А если он необычный, а, к примеру, полицейский, удовольствие двойное. Ведь можно не только получить подарки, но и блеснуть своими знаниями. Глядишь, и в полицию работать возьмут. Полиция уволит тех людей, которые нарушают ПДД. Такая необычная акция прошла в Успенском детском саду в преддверии Старого Нового года. Она уже стала традицией. Каждый год полицейский Дед Мороз приходит к детворе в гости и дарит новогоднее настроение. Мне подарили русский алфавит и сладкие конфеты. Мне это очень понравилось. Спасибо вам. У меня конфет полный дом, и я еще хочу себе наполнить. В рамках проведения всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» мы, сотрудники полиции, совместно с членами общественного совета при нашем управлении, продолжили подарить детям праздник, создать хорошее настроение. Общественный совет подарил подарки. Мы рассказали про безопасное поведение на улице, в быту. Старый Новый год получился веселым и познавательным. Да и подарки пришлись детям настолько по вкусу, что даже поговорки рождались сами собой. Без конфет и жизни нет. Спасибо! Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».